Мы разбираем 1 Тимофея, и для информации, по всей видимости, Тимофей был духовным сыном апостола Павла, по всей видимости. Мы видим из Деяний апостолов, что по всей видимости где-то их пути пересеклись. Павел даже сделал самолично обрезание Тимофею, потому что у него мама была иудея, а папа был грек. И потом он помог ему подняться. Мы видим по Писаниям, что там была какая-то близкая связь. Павел знал всю их семью. И потом, когда Тимофей стал пастором или служителем значительного уровня, Павел пишет ему послание, как практически управлять своей общиной. Понимаем, о чем? То есть, так и называется одно из названий этого послания – пасторское послание. То есть пособие, ну, в некотором роде для пасторов. Когда в школе вы учитесь, или вот ваши дети учатся в школе, вам, наверное, вы видели, у них есть такие задачники, где им нужно решать задачи. Так вот, у учителей обычно есть пособие, как им помогать решать вот эти задачи. То есть там поясняются какие-то темы, какие-то подходы. То есть, по сути, послание Тимофея – это помощь руководителям, пресвитерам общины. Но когда обычные, ну как обычные, сейчас все необычные люди читают такое послание, они могут сказать, зачем мне это знать? Но знать его надо, потому что там поднимается целый ряд абсолютно практических принципов. И когда мы можем понимать эти принципы, как сегодня Ариэль говорил в Парашат Шаво, когда мы можем знать этот принцип, правильно взаимоотноситься с высшими властями и никогда не попадать в неприятные обстоятельства, когда эти власти вставляют по голове, так и здесь. Когда мы знаем, как принципы работают, нам жить легче, благословеннее и правильнее. И я вот сейчас буду разбирать какие-то вещи, которые кажутся, ну, баймет, вот человек, просто член общины скажет, а зачем оно мне надо, пускай пастора или старейшины ломают голову. Нет, тут есть определенный принцип, сейчас увидите это. Ну и последнее, что я хотел сказать, мы должны понимать такую тему. Павел, он кто был по национальности? Еврей. То есть он вырос в еврейской традиции, и уставы взаимоотношения в обществе с взрослыми, с молодыми, с вдовами, с проблемными в еврейской среде были описаны очень подробно. А Тимофей жил в гойской среде. Там были прозелиты или язычники, которые совершенно по другим образам и правилам жили. И по сути, через Иешуа, присоединившись к общине глобальной Израиля, Павел передает этим людям еврейские принципы. Поэтому в Израиле эти вещи в принципе ясны от начала. Если вы посмотрите взаимоотношения в еврейских общинах до пришествия Иешуа, или во время, или после, они вот примерно такие, если почитаете любые Талмудим или Галахот, или как, это примерно то же самое, но язычники были настолько далеки от всего этого. Там по-другому взаимоотносились к вдовам, к одиноким женщинам. Там было совершенно другое отношение между стариками. Мы знаем, что в далеких северных народах стариков особо не уважали. И когда подходили к определенному возрасту, я даже смотрел такие передачи на географии, как она называется, этот канал, брали пожилого, вместо уважения отвозили на какую-то льдину и оставляли там. Ну, то есть вот, вот тебе и конец. Еврейский подход или подход священных писаний другой. И Павел, вот вторгаясь в эту жизнь язычников, дает им, вот я вам сейчас покажу, я вам расскажу. Принимайте, если хотите иметь благословение. До этого момента все понятно? Мы сегодня в 5 и частично в 6 главе. Это по моему договору с Виктором, потому что он на следующей неделе продолжит в 6 главе дальше до конца. И я очень коротко пробегу, чтобы напомнить, что было в 4 предыдущих главах. Не буду входить в подробности, но так, только цитаты. В 1 главе Павел предупреждал об опасности басен, бабских басен. Ну, мужские басни тоже есть. И когда мужики сидят за пивом, они могут еще не такие басни насочинять. В любом случае, басни – это опасная штука. Реально опасная штука, когда начинают
трындеть и сплетничать или выводить какие-то вещи глупые, это разрушает не только общину, это разрушает внутреннего человека. Понятно, да? Павел в первой главе также говорит, вы должны четко понимать, что вы в спасении не потому, что вы такие хорошие, а потому что срабатывает благодать Божья. Кто слышал такое слово «благодать Божья»? Благодать Божья – это когда мы ничего не заслужили, а Господь просто обратил свое лицо к нам. Понятно? Павел в первой главе учит Тимофея развивать дары. Я вчера на нашем семейном собрании вдруг увидел один серьезнейший дар у нашей общины. Один из конкурсов было узнать по глазам, кто это. И на экране высвечивались глаза, вот такая полосочка, глаз. Я, мамаш, слаб в этих вещах, и когда мне показывают чьего-нибудь ребеночка, и говорят, на кого похож? Я не вижу этого, моя жена сразу говорит, а я не вижу, на кого похож ребеночек. Короче говоря, Марк подобрал глаза общины и каким-то образом вставил туда между ними Пугачеву с Галкиным. И все сразу же узнали. Я думаю, ничего себе, общинка. Может быть, нам нужно подписать контракт с Моссадом по чтению лиц и еще и заработаем неплохо. Но я просто говорю, вот дар, развивать внутренний дар. Вторая глава Тимофея, она говорит о важности молитвы за царей и также о том, что наша молитвенная жизнь – это большая сила. Кто из вас забыл, только честно скажите, что ваша молитва имеет силу? Поднимите руку. Я думаю, что если вы подумаете, намного больше людей. Два человека честно подняли руку, сказав, что я подзабыл, что моя молитва имеет силу. Я думаю, что должно поднять, наверное, человек 80%. Я думаю, что нам всем нужно понять, что наша молитва имеет силу. Она не всегда отвечается сразу, но она всегда имеет силу. И во второй главе также говорится о месте женщины. Это можно интерпретировать по-разному. И можно сказать, вот она никто, или там она кто, или учить не позволяю. Но когда Павел пишет эти слова, он подчеркивает интересную штуку. Он говорит, женщина – это тайна. Это, как в еврейской традиции говорят, она была сотворена, когда Адам спал. И поэтому в ней много больше совершенства, чем в нем, он не понимает. Но некоторые детали женского характера должны быть под адамовым контролем, без обид женщины. Когда вспыхивает феминизм, есть большие проблемы. Я лично видел в общине, не в нашей, слава Богу, но в другой и еще в других местах видел, когда развивались феминистские движения. Обычно это плохо заканчивалось для семей этих женщин, и это была большая травма. Нету в семье «я первый, ты второй», это если так честно говорить. Оба равны, но у каждого своя функция. Оба равны. И в общине то же самое, просто у каждого своя функция. И нам нужно почитать и уважать один другого. Третья глава, она говорит больше о качествах служителей. Лидеров домашних групп, диаконов, епископов, служителей. И постоянно говорится, это должны быть избранные люди. И на такую позицию не ставится обычно человек, который прошел Крым, Рим и все остальные Римы. А человек, который держится верно, даже в сложных обстоятельствах, определенных стандартов. Это чисто метод Торы. Вы помните, на ком разрешалось жениться сыновьям Аарона? Не как всему Израилю. Они как священнослужители должны были выбирать очень узкую полосу. Иначе они не допускались до служения. Конечно, в формате, когда Бейт-Мигдаш, второй храм, не существует, этот формат шире. И мы должны быть мудры, понимая его. Но вот это присутствие верности, святости, к души, оно не отменялось никем, и оно только приветствуется. Также
Опять в 4 главе Дима на прошлой неделе говорил о сложности последних времен, а о том, что мы видим, как народ, не знающий Господа Бога, погружается во тьму. О чем это говорит нам? Что там, где больше тьмы, должно быть с другой стороны для равновесия. Чего больше? Это вот к этому говорится. И также Дима учил об опасности бесовских и душевных разглагольствований, которые могут появляться в общине. И это, с одной стороны, пету, искушение, которое Господь Бог допускает, чтобы проверить нас. Раз кто-то пришел, начинает какой-то бред вносить. И раз мы видим, какие-то люди увлекаются этим бредом. Знаете что, с одной стороны, это хорошо, потому что это дает старейшинам увидеть ситуацию и понять, окей, значит, нам нужно в этом теме усилить учение, чтобы люди понимали, а с другой стороны, выцепить этих людей, которые вносят бред, и построить их немножко. То есть, как я сказал, это послание пасторам, лидерам. И у нас были в общине несколько таких ситуаций. Ничего, слава Богу, мы прошли. И я надеюсь, и в будущем будем с его помощью проходить. Это все очень полезно. Ну и опять-таки, 4 глава, развивайте свои дары. То есть Павел дважды обращается, развивайте дары. Мне досталась сложная глава. Почему она сложная? Потому что Виктор Христенко отказался на эту тему говорить. Здесь есть такая тема «Вдовы». Сейчас мне придется говорить, но это не я. Павел что сказал, то я и говорю. Но вначале, начнем с самого начала. Итак, откройте вместе со мною первое послание Тимофея. Мы открываем 5 главу. Я здесь 5 пунктиков выделил и попробую легко их так пройти, чтобы время не затягивать. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякой чистотою. О чем здесь говорится? Здесь говорится, что когда пастору нужно выговор сделать человеку за какую-то ересь или проблему, которую этот человек делает, все равно он должен соблюдать дистанс. Пастор или служитель, или пресвитер, или диакон, или лидер домашней группы, он не ваш царь, покровитель и Бог. Он ваш старший брат духовно. И это дает ему полномочия говорить, но говорить с уважением. Вы, Бавакаша, с женщинами аккуратно, на расстоянии при открытой двери. Ну, были всякие ситуации, я вам просто говорю, что есть определенные принципы, как это делать. Потому что всякие искушения могут атаковать. И всегда нужно понимать, как подходить к человеку. Так вот, я вам хочу сказать один нюанс, который тем, кто живет в ивритоязычной среде, очень ясен. Мы знаем, что по-русски и на других языках есть слово «вы», уважительное «вы». А на иврите там все «ата». А-та-та, а-та-та, то есть практически ты. Но на иврите не чувствуется этой проблемы уважения, потому что все одинаково говорят. Но когда дети наши переводят в своей голове с иврита на русский язык, и я такое видел неоднократно, они подходят к взрослому человеку, который с такой вот бородой седой, и говорят ему: «А ты где был сегодня?» Или, то есть звучит немножко режуще по уху. Я своих детей дома, ну, как бы поправляю на эту тему. Советую вам тоже, потому что если мы работаем в разных языковых структурах, нам нужно понимать, что это уважает человека более старшего по-русски, когда ты ему говоришь «вы». И мне уже за 50, но когда я разговариваю с людьми за 60, не со всеми, но со многими, я продолжаю говорить на «вы». Павел здесь говорит Тимофею: чувствуйте вот эти дистансы. Даже когда вы старший, в кавычках, по званию, и хотите сказать какие-то вещи. Но когда человек начинает артачиться, позови другого старейшина и сделай более жесткий вывод.
и выстроить ситуацию. Как Ариэль сегодня говорил, что он будет платить за свою дерзость с учителем еще в следующем году. Учитель ему этого не оставит. Сейчас сложный момент, который я хотел говорить, про вдовец. Слушайте внимательно, потому что эти ситуации, они актуальны как 2000 лет назад, так и сегодня. Мы живем в этой среде. Вдовец, почитай истинных вдовец. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям. Ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь. А сластолюбивая заживо умерла. И сие внуша им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Ну, во-первых, вдовица. Что такое вдовица? Кто-то знает, что такое вдова? Женщина, у которой нету мужа, в данном случае, наверное, женщина, у которой есть дети, и умер муж. И я хочу сделать одну добавку, которую прочитал лет так 20 назад. Я читал книгу Дерека Принца. Кто слышал это имя? И Дерек Принц сказал, я бы в формате современной культуры поставил бы под формат вдовицы, мать-одиночку, потому что в древние времена не было такого количества разводов. А сейчас раз, бах, и все, развелись, все. И осталась женщина с детьми, разведенная, и муж плюет на нее с большой колокольни, если он особенно свинья. Ну и о детях не заботится. Понимаете, о чем я говорю, да? Но Павел говорит, он говорит, Тимофей, ты живешь в языческой среде. У нас в Израиле принято, что если есть вдова с детьми, то кигилат, кагаль Исраэль помогает им. Каким образом? Поддержать детей в учебе, помочь им финансово, потому что в древнем Израиле вдова, она не могла не работать или какую-то мелкую работу делать и не могла прокормить себя. Помочь женить детей. До сегодняшнего дня в ортодоксальных общинах Израиля, чтобы женить там ребенка вдовы, собирают деньги. Помочь. Но Павел здесь вводит одно интересное дополнение. Кто заметил его? Истинная вдова. Истинная вдова. И я вам сейчас скажу вещи, которые я своими глазами вижу, которые происходят направо и налево, и они тогда тоже происходили. Он говорит, истина это та, которая чувствует, что ну вот так случилось, я осталась одна, и я не хочу искать чего-то другого, имеется в виду мужа. Я хочу сосредоточиться на воспитании детей, и пребывает в молитвах и молениях. В таком случае Кагаль Исраэль, или в данном случае община, верующая, мессианская, христианская, неважно какая, должна взять ответственность и помочь, потому что нереально женщине самой поднять детей, если она сосредоточена только на детях, на Господе Боге и на служении в общине. Это называется по характеристике апостола Павла истинная вдова или мать-одиночка, или я не знаю, как назовите, но вы меня поняли, о чем я говорю. Кто понял меня? Но есть то, что он называет неистиной. То есть не то, что она неистинная, она тоже овдовела или она тоже развелась, и это факт. Но я таких людей встречаю каждый день много. Человек чувствует, что у него нету вот этого великого помазания остаться одной. И он ищет, она ищет каких-то, как это сказать, возможностей найти мужа, выстроить свою... Если она ищет это правильно, то тоже все нормально. Потому что
правильный, позднее его, через несколько стихов мы прочитаем об этом. Это нормально искать и пройти дальше жить, потому что она говорит, чтобы не, Павел говорит, чтобы не искушал вас сатана. Каким образом сатана искушает? Когда человек прошел семейную жизнь, остался один, то у него есть определенные сексуальные потребности. Есть люди, которые с этим справляются легко, а есть те, которые не могут справиться. И Павел и в этом послании, и в других посланиях говорит, все нормально, ищите себе достойную пару, желательно, он говорит, желательно, очень даже желательно, что это было в святости, то есть чтобы был верующий человек, который возьмет ответственность и за нее, и за ее детей. Но есть другой вариант, я, к сожалению, эти вещи видел неоднократно. Когда человек, имеется в виду вдова или мать-одиночка, неважно кто, реально кидается не во все тяжкие, но начинает просто public relations со всеми, кому это, и она становится сластолюбивой. То есть она делает это, потому что чувствует, с одной стороны, свою независимость, с другой, свою потребность, и использует эти обстоятельства. И Павел говорит, в этих случаях община должна помогать. Но помните, в математике было выражение «прямо пропорционально». Кто помнит это выражение? «Прямо пропорционально». То есть, насколько она идет по пути святости, настолько община поддерживает. Насколько она отходит от позиции святости, настолько община держится в своей финансовой, в данном случае идет о финансовой помощи. Дальше. Я говорю сложные вещи, но не я их придумал Моше в Торе, потому что Святой Дух ему сказал. А Павел это интерпретировал для новозаветной общины. И это инструкция не только для пасторов, но также для всех нас. Когда мы видим нужду матери-одиночки, очень важно помочь ей. Но видеть, насколько она подходит под статус какой? Истинная вдова. Это об этом говорится здесь. И если мы продолжаем читать дальше. Кстати, в древние дни еще не было одного института, который называется Битуах Леуми. Мы через Битуах Леуми, не задумываясь, как община и как индивидуумы, помогаем автоматически любой вдове. Каким образом? Битуах Леуми — это часть нашего налога, который по-любому высчитывается из нашего кармана. И часть этих денег страхуют нас лично от каких-то финансовых и физических проблем. Но с другой стороны, они идут на поддержку и пенсионеров, и матерей-одиночек, и вдовиц. Поэтому кто-то скажет, вы мало участвуете. Нет. Но есть место для большего участия, если это вдовица или мать-одиночка, я не знаю, как назвать правильнее, женщина, которая одна воспитывает своих детей, посвятила себя вот только конкретно пути общины. Но Павел говорит, будьте всегда разумны. Как в одном месте апостол Петр говорит, в милосердии будьте какими? Рассудительными. И вот дальше, с 9 стиха, Павел уже говорит не о чем-то другом. Он говорит, вдовица должна быть избираема. То есть в данном случае на служение. Мы знаем, что это правда. Женщины, особенно плюс-минус 60 лет, особенно если они воспитали своих детей и поднимают внуков, имеют целый ряд не только даров, но и опытности. И такая женщина может функционировать, ну или как диакониса, или как наставительница. Помните, в Писании есть такой дар ободрения. Это факт, и я знаю таких женщин. И неважно, она вдовица или не вдовица. Но туда, когда становится постарше, я просто вижу, как у сестер есть особенное помазание. И Павел говорит,
Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная, то есть имеется целый фактор, о котором они все знают, по добрым делам, как воспитала детей, как принимала странников, как умывала ноги святым, как помогала бедствующим и была усердна ко всякому добру. То есть когда такой человек появляется, и он начинает служить, по разрешению служителей или без разрешения служителей, это же сразу видно. И это сразу должно вызывать определенную поддержку. Читаю дальше. Молодых же вдовиц, Павел пишет, то есть мать-одиночка, женщина, которая одна воспитывает детей, которая молодая, он говорит, не ставь на позицию дьяконскую, там, где есть взаимосвязь с финансами, с какими-то течениями каких-то материальных благ. Он говорит, почему? Потому что они, впадая в роскошь, возможно, из-за поклонников, в противность Мессии, желают вступать в брак. Не то, что в брак плохо вступать, но если она стала на такую позицию, типа я хочу вот только этому служить, а потом вдруг почувствовала силу, и говорит, а я могу и замуж выйти, там найду... Тогда это немножко не сочетается с первоначальными телами. Он говорит, она отвергает прежнее решение. Здесь немножко жестко написано на русском. Она отвергает прежнюю веру. Ничего она не отвергает. Просто она где-то становится в компромиссе с предыдущими решениями. Итак, Павел говорит, 14 стих. «Я желаю, чтобы молодые вдовы или матери-одиночки вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Кто понял меня, о чем я сейчас учил? По-моему, все крайне просто. Есть люди, у которых есть вот этот дар, то есть они даже есть, которые вообще не женились, или замуж не выходили. И я здесь немножко, ну вот так, смотрю на это, хотя это нормальный дар. Есть таких очень мало, но есть. Если Бог так повел, человек может так оставаться, служить перед Господом Богом своего рода назарейства. Но это не общее правило, потому что Писание говорит в книге Бытия, как в книге Бытия написано? Да, нехорошо быть человеку одному. Женился, но потом человек попробовал семейную жизнь, остался вдовел, или хасвы халила, развелся. И он чувствует, нет, я вот так останусь, я хочу служить общине, я хочу ходить перед Господом Богом. Это один статус. Но опять-таки это не часто случается. И Павел говорит, я прекрасно понимаю, что это не часто случается. Поэтому он говорит, я советую таким молодым, что делать? Желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого злоречия, ибо некоторых уже женихов совратились вслед сатаны. Ну, короче, все понятно. И дальше Павел говорит странные слова, я их сейчас попробую перевести, это с 16 стиха. «Если какой верный или верно имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, слэш общину, чтобы она могла довольствовать истинных вдов». О чем здесь говорится? В древние дни было такое явление, которого сегодня не существует, и оно называется рабовладение. Помните? Рабовладение. Так вот, когда в те дни приходили к вере не только рабы, но и хозяева рабов, и они не могли так автоматически отпустить своих рабов, потому что были ограничены определенными законами своей среды, то Павел им говорит, у тебя есть вдовы, не нагружай заботу о них на общину. Если у тебя есть рабы и рабыни, значит, ты более-менее состоятельный человек, поддерживай их сам. В нашей ситуации эта штука не актуальная, но принцип остается принципом, где мы должны поддерживать людей, которые имеют нужду. Идем дальше. Из 17 стиха Павел говорит отношение к служителю. Я читаю. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Мы недавно с Женей были в поездке по Норвегии, и Женя мне рассказал интересную
структуру, которая, я думаю, что вот Павел здесь про нее и говорит. Треугольник. Представляете в голове треугольник? Жизнь человека, более-менее нормального, вот как мы здесь, наверное, располагается этим треугольником. Один угол – это семья, один угол – это работа, и один угол – это служение. Мы не можем свою семью обеспечивать без работы, поэтому мы должны быть в работе, чтобы обеспечивать свою семью. Но Писание требует от нас и служения. Если вот этот угол или эти ветви, которые ведут к служению, короткие, то есть ты немного уделяешь времени служению, то уделяй их добровольно, потому что это правильно, это как жертва от тебя перед Господом Богом. Но у некоторых с течением времени вот этот угол, который называется служение, начинает удлиняться. И человек начинает больше и больше и больше и больше времени посвящать служению. Это должно быть за счет чего-то. Или за счет семьи, или за счет работы. За счет семьи запрещено, потому что кто не умеет заботиться о ближних своих, Писание дает почерк, хуже неверного. Значит, работа, меньше работать. Но в таком случае ты погружаешь в бедность свою семью. И Павел говорит, таких служителей изыскивайте пути, как поддерживать финансово. Я имею такой как бы опыт, и 15 лет своего служения не обременял общину своей зарплатой. И где-то лет 5, я уже не помню точно, когда Лиана знает точнее, стал просить, чтобы какая-то часть моей зарплаты выделялась из общины. Это неправильно. Но правильно, когда община поддерживает. И в данном случае я не говорю только о пасторе. Потому что когда община или служение растут, есть дополнительные служителя, которые прикладываются и можно рассматривать, и мы имеем эту систему у себя, когда мы поддерживаем этих служителей, чтобы их семья из-за их уменьшения роли в работе не теряла достатка, потому что мы должны заботиться о своих домах. Все понятно? По-моему, кристально просто. Павел говорит уставы, и эти уставы, пусть они рассматриваются на формате служения, но это также абсолютно актуально на наших днях. Справедливость, она должна торжествовать. Мы не должны никогда выезжать на ком-то. И трудящийся всегда достоин вознаграждения. Я помню эти периоды, когда можно было поиспользовать верующих, братьев и сестер. И некоторые такими вещами пользовались. Я вам скажу, как пастор общины Шавей Цион. Меня эти вещи всегда возмущали. И ты можешь послужить брату, но если это послужение брату или сестре становится более-менее на постоянной основе, то это уже только спасибом не обойдешься. Ты можешь не давать горы денег, но должно быть возмещение. Человек тратит свой труд. Я не против волонтерства, но когда это волонтерство становится постоянным, и это вынимает у тебя время, забранное от работы или от семьи, оно должно быть вознаграждаемым. Моя жена, она дизайнер одежды. Я помню, как лет 25 назад и даже больше, без конца приходили люди, сделай мне то, сделай мне то, сделай мне то. О, спасибо, как приятно. Спасибо на... Хлеб не намазывается никаким образом, хоть приятно сделать добро. Поэтому как бы некоторые вещи мы знаем, о чем мы говорим. Но когда человек мафриш отделяет себя какую-то долю для того, чтобы послужить, для него есть благословение, но он не должен получать за это деньги. А есть, когда очень большая доля, тогда да. Мы идем дальше. С 19 стиха. «Обвинение на пресвитера, не принимай иначе, как при двух или трех свидетелях». Это чистая Тора. Помните, что в Торе написано? Кто может быть свидетелем? Не один, а два или три человека. И бывают вещи, когда пресвитер сделал что-то не так. И это видно другим. Двое пришли и сказали, вот один из ваших старейшин косячит. Представь четкие доказательства. Если один пришел, то пастор такого человека может просто прогнать. Знаете почему?
Потому что есть так называемая нападка, напраслина, обида. Взял Исаак, кому-то выговорил чего-то, правильно выговорил. Или, может быть, не совсем правильно, но однажды только. И сразу прибежали мне на него жаловаться. Нет. Если это постоянная штука, или Леон сделал чего-то, пошли, сказали Диме и Исааку, вот, это так не работает. Тора говорит, напраслину не надо поднимать, потому что волна, она заражает других. И это то же самое, когда болтают в стороне. И это касается не только общины. Я вам расскажу один пример. Много-много лет назад один мой друг был на одной конференции в Германии. Встретился там с одними людьми. Послужил там. Потом приехал рассказывать мне. Он говорит, ну там один есть. Он явно мне противодействовал. Его надо беречься. Прошло пару лет, и мы с Ниной попадаем в Германию на какую-то туз. И я реально берегусь этого человека, потому что когда-то мне сказали про него негатив. Я его не знал до этого, это где-то осел у меня в мозжечке. Я держусь подальше от этого человека. И каким-то образом Господь свел нас вместе. И он мне говорит, мне сказали, друзья из Питера, держаться подальше от тебя. Вот мы и держались подальше друг от друга. Но, когда мы рассказали обе одинаковые истории, это Володя Пикман в этом, мы с тех пор уже, наверное, больше чем 20 лет очень близкие друзья и можем друг с другом делиться вещами личного характера. Напраслина, сплетня, базар, оно часто травит очень аккуратно. Поэтому Павел и прямо, и в обтек говорит, друзья, будьте аккуратны с тем, что вы говорите про других людей. Идем дальше. Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие имели страх. Пред Богом и Господом Иешуа, Мессией, избранными ангелами, заклинаю сохранить все без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Знаете, что это значит? Вот кто-то мне не понравился, вот я его сейчас буду придираться к нему. Нет, это неправильно. Если человек виноват, даже он тебе нравится, скажи ему. Или если он прав, но он тебе не нравится, такое тоже может быть. Придержи свой язык, не надо. Впредь пей не одну воду, но добавляй немножко вина. Ну, это чисто медицинский совет Павлу. Грехи некоторых людей явны ведут к осуждению, а некоторые открываются вследствие. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Все понятно, толкование не подлежит, все понятно и так. И я перехожу сейчас к следующей главе, к 6. Здесь я возьму несколько стихов до 10. И на следующей неделе Виктор продолжит рассуждение. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, потому что верные и возлюбленные и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Насколько актуален сегодня этот стих? Нет рабов, слава Богу. Хотя... Если мы посмотрим статистику взаимоотношения богатых и бедных, то, как я читал, некоторые из нас примерно на уровне рабов, потому что мы работаем только для того, чтобы прокормиться и оплатить свое жилье. В древние дни они хотя бы о жилье, рабы, сильно не заботились, потому что хозяин должен был дать им автоматом, а на еду они зарабатывали. Поэтому эта структура, я сейчас не буду комментировать, критиковать или описывать положительно устройство мира, в котором мы живем, но структура, люди наемные, /рабы, и работодатели, которые в каком-то мере тоже /наемные и тоже рабы, только каким-то большим структурам. Сегодня работодатель. Кто здесь работодатель или имеет какой-то свой бизнес? У вас есть тоже работодатель или хозяин. Знаете кто? Масах Наса, Битуах Леуми, мам. Ты зарабатываешь вроде деньги,
А их и не видишь. Кто видел эту пародию, как бандит подходит к мужику и грабит, и забирает у него из кармана 700 шекелей? А тот оказался работником Масахнасы. И он говорит: ну хорошо, что ты забрал у меня эти деньги, но если ты хочешь быть законопослушным гражданином, давай мы сделаем правильный расчет. Прямо сейчас 45% отдай Масахнасу. Тут говорит: я что, тебя за только 350 шекелей грабил? Ну ладно, я хочу быть этим, на тебе эти 350 шекелей. Короче, у него оставалось меньше. Он говорит: не-не, еще не все. Есть еще доход, есть еще отчисление на битуах Леуми. А теперь есть... Короче, человек забрал, вор забрал у него 700 шекелей, остался с 80 шекелями. И говорит: я из-за этого подвергаю себя опасности быть посаженным в тюрьму. Я к чему говорю здесь? Я к чему здесь говорю? Я говорю, что все мы зависимые, и даже тот, кто чувствует себя большим боссом, он тоже зависимый. И именно поэтому так было всегда, и Павел говорит: даже если вы не перед структурами отвечаете, вы перед Господом Богом отвечаете. Поэтому, когда ты работник, работай честно. А когда ты работодатель, плати честно. Не издевайся, не считай их своим собственностью, своей собственностью. Мы все собственность перед Творцом. И опять-таки чисто реальный пример. Это было где-то в 1998 году. И у моей жены было желание, и мы сделали бизнес. Назывался Textiles. Текстильное небольшое производство. Человек 7 у нас работало там. Купили по издамнуту, тогда разорялась куча текстильных заводов. И мы купили очень дешевое оборудование, стали шить. И первые года полтора Нина не получала зарплаты, потому что все работники, кого мы набрали, были верующими, все считали себя самохозяевами, и все работали немного, а нужно было, мы же брали заказы, нужно было их добивать, нужно было, она уходила с утра, приходила после 8, то есть рабочий день был очень длинный, и ничего не оставалось. И на каком-то этапе у меня упала планка, я выгнал всех. Мы взяли людей, неверующих, расписали задачи, и бам, ситуация исправилась. Совершенно наоборот, чем Павел говорит здесь. Я помню дни, когда верующие люди, когда брали подряды или работу, все от этого были в восторге. Кто знает, про что я говорю? Когда брали бригаду баптистов, и закрывали глаза, зная, что они не украдут ничего и сделают шикарную работу. Наверное, эти дни уже прошли. Но Павел трезвит нас и говорит: друзья, и работники, и рабочие, давайте будем правильно себя вести. Тогда Бог благословит нас свыше. Но должен быть определенный социальный баланс. И дальше Павел заключает простые слова. Вслушайтесь в их простоту. Я читаю с 3 стиха, 6 главы. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иешуа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибитка, удаляйся таковых». То есть он говорит, я вам говорю простые вещи, он этим неевреям, которые там в Ефесе, или это, может быть, было в Коринфе, я не знаю, где это точно было, где Тимофей вел свою общину, по-моему, в Ефесе. Он говорит: вы пришли к еврейскому Господу Богу, и вот это еврейские уставы. Вы таким образом разруливаете правильно ситуацию со старейшинами, с женщинами, воспитывающими в одиночку своих детей, с работниками, с людьми, которые любят состязаться словами. Будьте мудры, и тогда вы увидите,
как благословение Господне нисходит и благословляет, и поднимает, и укрепляет всех, потому что благ Бог. И вот в завершении Павел говорит такие слова. С 6 стиха читаю. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Я не буду это комментировать. Я думаю, что через неделю Виктор это прочитает и прокомментирует. «Ибо мы ничего не принесли в мир явно, ничего не можем из него вынести». Помните, что, как говорят, на саване нету карманов? Знаете почему? Бессмысленно туда чего-то ложить. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, поддавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Я уже не однажды учил. Помните, было такое учение преуспевания? Кто помнит, о чем я говорю? Вот, если ты верующий, должен быть богатый. И люди надрывались, разорялись, теряли все, что хочешь. А у некоторых получалось. Вы знаете, стать богатым – это тоже своего времени, своего образа благословения. Быть состоятельным. Но на таких людей Господь возлагает свои дополнительные обязательства, поддерживать, помогать и это. И, по всей видимости, у каждого из нас есть как бы такой вот фрейм, в который Господь Бог хочет нас ввести, сказав, вот это ты. И научись вот в этих обстоятельствах быть благодарным и довольным. Тогда шалом Божий будет присутствовать в твоей жизни. И это совершенно не значит, что нам не нужно стремиться выше, дальше. Без этого человек не человек. Но когда это становится маньячной, у меня других слов нету, страстью только заработать, и это затмевает у тебя нормальное течение жизни, тогда у тебя большая проблема. Павел говорит, великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Давайте все встанем и помолимся. Небесный Отец, благодарю Тебя за наставление Павла к нам. Помоги нам все это воспринять здраво и использовать и для общинной жизни, и для необщинной жизни. Я прошу Тебя, Господь, дай нам Твой свет и помоги нам ходить в Твоей благодати. Башем Иешуа Хамашиах. Ваимру. Амин. Thank you.